Сегодня 17 декабря 2014 год, город Южный, Одесская область. Мы проснулись и увидели, что у нас капитальный ремонт дороги. Вот здесь снимают асфальт полностью. Мы можем видеть, как работает тяжелая техника. Она уже уехала вперед далеко, но оставила за собой вот такие следы. Здесь разворачивался большой грейдер. И можно увидеть царапины на асфальте. Мы связывались сегодня с нашими управленцами. Нам сказали, что эти работы были запланированы, но начали их так поздно в связи с тем, что только поступили деньги. Мы сейчас пройдем немножко дальше, посмотрим, пообщаемся с людьми. Увидим, как работают дорожники. Что они могут нам сказать. Вот мы видим, полностью снимается весь слой асфальта и будет ложиться новый. Нас заверили, что до Нового года осталось 2 недели, этот огромный кусок работы будет сделан. Сейчас увидим, как мужчины выезжают. Вот, собственно. И вот здесь работает, вот уже дорожные работы проводят вручную. Те остатки, которые вот здесь мы видим, отбивают асфальт. Здравствуйте, сайт Репост. Мы снимаем придорожные работы, ролик. Скажите, вы как-то удивились сегодня, что у нас начался капитальный ремонт асфальта? А чему сейчас? В наше время удивляться ничего не стоит. Ну то, что зимой вас не, это не удивляет? Ну не виднее, волнуется, кстати, можно зимой делать. Да? А как вы считаете, ну, нужно нам здесь менять покрытие? Конечно. Чем лучше, тем красивее. Ну, плохая была, да, дорога тут? Да. Да? Спасибо. Нет. А вы в Южном живете? Ну, живу, да. Как вы считаете, зимой, ну, можно проводить такие дорожные работы? Ну, давайте... ну вообще не желательно, конечно. Вообще не желательно, но, понимаешь, когда не успевает, надо быстро сделать, понимаешь. Зима сейчас уже, грязь будет. Надо как-нибудь сделать. А будущее, оно что будет, не знаю. В холодном месте асфальт вложить, это очень трудно. А сейчас ты... есть технология МРА много, но они не используют эту технологию, я не знаю. Технологии какие? Ну вот это холодный асфальт, это что лежит асфальт. Холодный же это место. Его отопляет, это есть технология такая, понимаете? А она, у нас она нет, конечно, и не будет. А где вы считаете еще в Южном плохие дороги? Я трудно ответить. Дорога сейчас не везде, везде плохой, не только это в Южном, это весь Украине, везде, везде дорога хорошая. Спасибо. Вот мы видим уже машина, которая снимает асфальт. Вот она здесь. Здесь работает. Здравствуйте. А вы здесь главный, да?
Я журналист сайта Репост. Я хотела бы у вас узнать по тому, какие работы сегодня здесь проводятся и сколько они будут длиться. Капитальный ремонт, асфальт, бетонного покрытия, разбитый воинского десанта. Длится будет, ну, 3 дня где-то. 3 дня это только снимать будете? Это совсем. И укладка 3 дня, да? Вместе со всем. А погодные условия как? Пока что позволяют погодные условия. А в принципе вы изучали этот момент по прогнозам погоды, знали как? В принципе, да. Ну то, что зима, декабрь, это не повлияет на покрытие потом в дальнейшем? Декабрь уже спускает. Асфальт стоится до -2 градуса, то есть все позволяет. Угу. А, там на перекрестке был попорчен асфальт машиной крупной вот этой вот. Как-то это будет? На какой перекрестке? На главном перекрестке там остались следы от машины, если от гусениц. Значит, будет стал. Это вы за этим следите, да? Все. Спасибо. А как вас зовут? Вы главный... Я прораб. Торсервис, да? Спасибо. Сейчас мы посмотрим на то, как работает машина. Вот здесь даже есть новые бордюры. Мы видим, меняют и бордюры, и покрытие. По этой улице продолжается. Видите? Вы видели, что у нас ремонт дороги начался? Где? Вот здесь вот. Да. А вы как оцениваете, это хорошо? То, что ремонт дороги идет, это хорошо, но в данный момент времени не могу сказать, я не специалист. Есть другие дороги, которые назначили. Ну, а машину вы водите? Да. Да? А где у нас проблемные места? Больше самые такие проблемные. По дороге. Проблемные места, трасса Одесса, Южный. Вот самая большая проблема, да? Да, очень большие ямы. Тем более скорая помощь и тогда спецслужбы очень тяжело добираются, особенно когда вызывают и так далее. Поэтому желательно узкие сначала... Узкие пролеты, вот как раз скорой помощи, очень узкие подъезды к домам. Купили новую машину, машина очень хорошая, с шикарным оборудованием. Машина не может подъехать, потому что очень узкий подъезд. Лучше бы порасширяли подъезд именно к подъездам. Скорая не доезжает. Мы ходим всегда с ящиками, с крючком, пешком.